демонстрацию не отключил. Ну что ж, придется склеивать. Братья, задавайте вопросы Игнатию Тихоновичу. Как там у вас, Игнатий Тихонович? Все хорошо? Да, слава Богу. Погода как здоровье? Слава Богу. Каждый день мне рекомендуется 7-10 километров пройти. Вы так же ходите, да, постоянно? Хожу, так же и хожу все время. А я вот подумал, думаю, как хорошо то, что вы ходите именно под навесом, потому что неважно, там дождь будет или снег, там же все закрыто. Отлично, можно ходить и гулять. Да, тут жара бывает, там комары, и куда-то идти далеко. Ну и дорога-то такая. А тут коврики постелили. Ну и слава Богу за все. Ну, у вас, видите, у вас опыт хороший. Вы когда сидели в тюрьме, вы сами рассказывали, что вы много километров нахаживали, не выходя из темницы. Да, именно так. Вот это надо, конечно, взять, потому что если ты будешь без движения, ты быстро зачахнешь. А движение – это, правильно говорят некоторые мудрые люди, что движение – это жизнь. Это надо взять на вооружение. Да. Так, никто не... Есть еще такие, Игнатий Тихонович, я слышал, что лежат вот обездвиженные, но у них одна рука там или две движутся, и они, тем не менее, и их тренируют, ну, чтобы не зачахнуть, как могут. Головой там был такой этот, как его, Стивен Хокинг, у него только один палец, кажется, шевелился, и он на компьютере там какие-то научные труды делал. Но это тоже можно в этом смысле тоже взять на подражание. Конечно, он был ярым безбожником, это очень плохо, печально. Но, тем не менее, вот, как люди цеплялись за жизнь, как они ее любили. Это прямо пример огромный. Да. Так, вопросов нет. Вопросов нет, Игнатий Тихонович. Тогда назначайте. Хорошо. Кто будет молиться? Хорошо, сейчас я скажу. Так. А Елисавета Семеряд есть такая? Елисавета здесь? Непонятно. Алия Тарган. Есть. Ну вот, братья тут пропоют молитву, и нужно своими словами поблагодарить Бога, в конце прославить Святую Троицу, и обязательно громко скажите «Аминь». Согласно учению апостола Павла, «Аминь» означает «понятно», и мы делаемся участниками этой молитвы и как бы ее хозяевами. Милости просим, братья. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть якого истину, блажи Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, благодарим Тебя за это сообщество, за занятия, за братьев, за учителей, за то, что учите нас быть настоящими воинами Христовыми, за то, что мы хоть и разбросаны по всему миру, но не чувствуем себя одни, чувствуем, что кто-то поддержит, поможет, что можно обратиться. Слава Тебе, Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Закрыто.